Всем привет! Продолжаем прогулки по Петербургу. Я живу на Васильевском острове. Вот что по 10-й линии Васильевского острова, дом 5 и Большой проспект 37, угловой дом. Архитекторы Гедеке, год постройки 1862-1863, стиль эклектика, доходный дом Брейтфуса. Я пользуюсь сайтом Ситивол с его данными. Дом Нартова с 1740-х годов, дом Брейтфуса. В 1762-1763 архитектор Гедеке Роберт Андреев. Участок с 1740-х годов являлся владением статского советника Нартова. Он был выдающимся механиком, конструктором и изобретателем. С 1756 после смерти Нартова участок перешел к его сыну Андрею и принадлежал ему до 1813 года. Рядом с особняком вдоль 10-й линии в первой четверти 19 века был построен деревянный дом. Участок принадлежал Ильиной. В 1862-1863 годах на месте деревянного возвели каменный четырехэтажный дом по проекту Гедеке для бриллиантовых дел мастера Брейтфуса. Вот так вкратце про дом. Ну, кто же жил в этом доме? В этом доме жили в 1920-1931 физик Арцибашев, в 1903-1906 гражданский инженер Брусов, 1906-1907 год актер Гардер, в 1896-1902 электротехник Шателен, в 1897-1898 архитектор Шмидт. Квартира на пятом этаже занимал издатель Поляков Николай Петрович в 1868-1872 годах. В 1920-м здесь жил писатель-символист Федор Сологуб. По свидетельству Иванова Разумника, Сологуб до конца дней своих люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе как туполобые. Осенью 1921 года, после смерти жены, Сологуб переехал на Малый проспект Петроградской стороны. Вот так вкратце о доме номер 5 по 10-й линии Большой проспект 37, угловой дом. Данные сайта Ситивол. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.